Здравствуйте, в эфире программа «День города», с вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Общественное око. В Рязани представили специальный центр мониторинга за выборами в Государственную Думу. Повелители стихий. Иркутский театр удивил новой постановкой с полным погружением. Игра на бис. Был ли пенальти в ворота Рязани? С 17 по 19 сентября по всей стране пройдут выборы в Государственную Думу. Сотни наблюдателей будут следить, чтобы они прошли честно. В Рязани организован общественный штаб по мониторингу выборов. Как он будет работать и кто будет следить за избирательными участками, узнавал Валерий Седов. А это рабочие места для как раз руководителей групп, которые здесь будут дежурить, сменяя друг друга на протяжении 3 суток. Этим стульям пустовать еще 2 дня. 17 числа на них разместятся руководители групп наблюдателей. Все знают, кто кого и когда сменяет. Толпы не создадут, карантинные ограничения не позволят. 16 числа будет проходить тестирование системы. Мы будем взаимодействовать В задачи рабочей группы общественного штаба наблюдателей будет входить мониторинг и контроль за проведением выборов. Всего там 15 человек. Эти люди – руководители общественных структур, объединений, лидеры мнений, журналисты и многие другие. Задача наблюдателей – способствовать тому, чтобы не было никаких нарушений в ходе голосования. Четкие даны инструкции, в каком случае что является нарушением. Действия наблюдателей. Рядом рабочие места для наблюдателей от каждой из 14 партий. Они сами будут решать, за каким участком вести наблюдение. Есть и новшества. Если раньше наблюдение шло через небольшой экран монитора, то теперь ситуация изменилась. Здесь установлено 8 больших экранов. Это новшество текущего года. Общественный штаб Рязанской области по наблюдению за выборами в Государственную Думу 2021 появился еще в марте. Тогда начали создавать рабочие группы и стартовало обучение. Всего прошло 33 урока. Некоторые участники сменяют других по разным причинам. Поэтому основной этап подготовки завершился только на прошлой неделе. Мы находимся сейчас в зале, который в дни проведения выборов будет работать как пресс-центр общественного штаба Рязанской области по наблюдению за ходом голосования. Здесь в течение всех дней голосования 17, 18, 19 числа будут проходить пресс-сессии. Штаб будет работать не только удаленно. Наблюдатели будут сидеть и на избирательных участках, также следить за прозрачностью выборов и помогать в случае каких-либо нештатных ситуаций. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». После Ласковского озера под Рязанью очистят еще один популярный среди отдыхающих водоем. 13 сентября областное Минприроды разместило тендер на проектные работы по очистке Сегдинского озера. Согласно документации, из водоема нужно убрать растительность, поваленные деревья и кусты. Это должно улучшить санитарное и экологическое состояние озера, а также повысить качество воды. Удалять донные отложения и изменять гидрологические характеристики не будут. Земли, поврежденные при расчистке, засеют травой. Проект должен быть готов к 15 декабря. Стартовая цена торгов чуть больше 1,5 миллиона рублей. Как известно, город Скопин знаменит на весь мир своим гончарным промыслом. Сергей Красников этой профессии посвятил более 40 лет. Он с большим трепетом относится к своим работам и организует выставки в различных городах. О мастере расскажут наши коллеги с телекомпании «Верда», город Скопин. Скопинскому промыслу он посвятил более 40 лет. В его коллекции преимущественно скульптуры малых форм, завораживающие зрителя неповторимым шармом. Сергей Красников к своим творениям относится с большой любовью. Свой творческий путь он начал на заводе Скопинской художественной керамики, где проработал 32 года. Сегодня Сергей Иванович – ведущий мастер в Центре народных художественных промыслов и ремесел. С огромным удовольствием делится опытом со своими воспитанниками и искренне считает, что дети – самые благодарные и восхищенные ученики. Каждому Сергей Красников щедро дарит искру любви к глине. Ну, работать просто
вот так бездушно с людьми, тем более с детьми, нельзя никак. Они маленькие, вот такие вот они приходят, они на вас смотрят, как на надежду. А когда они уходят, они совсем другие, они чему-то научаются, они притрагиваются к сокровенному, они самоутверждаются, они становятся уже значимы в глазах окружающих. Это вообще, это так здорово, это всего дороже. Главным секретом своей работы Сергей Иванович считает трепетное обращение с глиной. Причудливые формы рождаются тогда, когда полностью отдаешься процессу, уверен гончар. В его коллекции более сотни изделий. Каждое создавал в соответствии со своим настроением и видением мира, в котором главным он считает доброту, любознательность и тягу к прекрасному. Все приходят, работают, и неважно, научится он где-то, сегодня у него не получилось, на другой день получится. Но вы представляете, как это объединяет. Это завораживает, это затрагивает. И это в любом случае человека делает лучше. Приоритетом в своей профессии Сергей Красников считает сохранение традиций гончарного промысла. 10 авторских выставок народного мастера Российской Федерации были представлены в Мичуринске, Тамбове, Рязани. В каждом городе находились свои почитатели таланта скопинского мастера. Открытость, доброжелательность, желание подарить свою любовь гончарному делу делают выставки Сергея Ивановича особо притягательными и запоминающимися, как и все его творчество. Светлана Ковзикова, Андрей Гришин, «Городские новости». Футбольный клуб «Рязань» в очередном туре первенства ФНЛ принимал одного из лидеров – саратовский «Сокол». Последний раз дома наши футболисты побеждали еще в начале августа. С тех пор лицом удача поворачивалась к рязанцам лишь в гостевых матчах. Получилось ли прервать неудачную домашнюю серию, расскажем далее. Турнирные расклады перед матчем с саратовским «Соколом» были не в пользу рязанских футболистов. Все-таки лидер дивизиона, но по первым минутам сразу стало понятно, что просто так отдавать матч хозяева не намерены. Более того, рязанцы атаковали размашисто, с огоньком, и лишь чудом мяч не залетал в ворота гостей. Во втором тайме давление усилилось, и в одном из эпизодов только по-хоккейному самоотверженная игра полосатых защитников стала на пути мяча каменной стеной. Все ребята бились, и вот в этом моменте, там вот это был момент во втором тайме, считаю, переломный, когда Рязань могла забить, не использовал этот момент. Там один игрок наш бросился под мяч, второй Артем выручил. Вот это был, наверное, переломный момент. Боевая, пусть даже безголевая ничья, показалась будет логичным исходом матча, но на 82-й минуте произошел довольно спорный эпизод. Нападающий гостей Андрей Демченко как-то уж слишком картинно воткнулся в защитника Рязани Евгения Левадного и заработал 11-метровый. Сам же его и реализовал. Леваднов и вовсе получил желтую карточку, ставшую для него второй в матче, и отправился в подтрибунное помещение. Голословно говорить не хочется, надо посмотреть, да, согласен. Поблагодарил ребят. Я считаю, что ни в чем мы сегодня не проиграли. И только по счету команде соперника. Поэтому ну что здесь говорить. Уже свои моменты надо было реализовывать. После третьего домашнего поражения к ряду Рязань опустилась на 6-ю строчку в турнирной таблице. Впрочем, уже в следующем туре серию неудач рязанцы, скорее всего, прервут. В гости приезжает аутсайдер группы «Воронежский факел-2», не набравший в этом чемпионате пока ни одного очка. Максим Васильев, телекомпания «Город». Иркутский театр всегда привозит на рязанские смотрины спектакли необычного формата. На прошлом фестивале иркутяне запомнились постановкой для незрячих. В этот раз зрителям они привезли постановку для слабослышащих «Бетховен», а также совершенно необычный спектакль-прогулку «Движение стихий». Поучаствовали в действии наши коллеги. Прежде чем говорить о моей силе, хочу задать тебе вопрос. Всегда ли ты, произнося слово «дом», имеешь в виду не сооружение из кирпича и дерева, а поля, леса, землю, по которой ходишь, на которой живешь? Группа людей в наушниках со стороны движущихся по непонятной логике и разбредающихся по территории Кремля туда и сюда. Затем танцующих без музыки или обнимающих деревья. Это все зрители и одновременно актеры спектакля «Движение стихий». Вообще любой спектакль происходит в первую очередь в голове у зрителя. И сколько в зале зрительных мест, столько и спектаклей. И здесь спектакль происходит у тебя в голове. Какие бы задания одинаковые не давали людям, каждый какую-то свою историю проживает. Такой необычный формат аудитории
аудиоспектакля, прогулки и психологического тренинга в одном родился во время пандемии год назад. Но прижился и нравится всем, кто хоть раз пережил это действо. Спектакль очень интересный лично для меня, потому что, когда другой куратор ведет этот спектакль, я сам люблю на него ходить, потому что он помогает эмоционально разгрузиться, освободиться от проблем. Он очень сильно помогает прислушаться к себе, и потом ты ходишь, и природа, которая каждый день тебя окружает, ты ее ощущаешь уже по-другому, ты ее чувствуешь действительно. Главные герои спектакля – четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь. Зрители вступают во взаимодействие непосредственно с ними и, выполняя определенные задания, становятся с каждым шагом немного другими. Спектакль «Прогулка», который освобождает тебя от груза прошлого и открывает новые горизонты. Встреча с каждой из стихий происходит в заранее намеченном месте. Задание подготовлено с помощью профессионального психолога. А такая возможность остаться один на один с самим собой, несмотря на большое количество людей вокруг, поговорить с собой на чистоту, согласитесь, дорогого стоит. Здорово, что театр смог адаптировать это специально под Рязань, потому что, естественно, в Иркутске у них какие-то другие локации. Мне кажется, очень хорошо природа, ну вот наш вечерний показ еще совпало, и формат прогулки променадок. Необычно. Я в таких квестах никогда не участвовал. Очень красиво. Большое спасибо Иркутску за этот спектакль. Пройдя спектакль, каждый уносит с собой что-то свое, глубинное, доброе. И счастливые улыбки участников, зрителей – тому лучшее подтверждение. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Я с вами прощаюсь. До встречи.